Сегодня поплыли у меня в Турцию. Да. Да. Или медузы искать. Там Камила сейчас черную медузу где-то видела. Да. Ну нормально. Так, не мешайте нам плыть, мы едем черные медузы искать. А если сил хватит, то что вы еще надуете? Кресло! Кресло! А если еще сил хватит, то матрас. Ну, не знаю, хватит у нас на это сил. Все сразу надуть. Ну, давайте, дуйте, девчонки. Вот это Королюся молодец, уже додувает мячик. Ты явно его собралась взять, да? Мы не хотели брать мячик? Молодец! А папа наш решил еще креслочко поддуть. Молодец, ты сама запугнула. Во, умница. Они тоже уже надули. Ну, лодку надули, да. Вот она, наша лодочка стоит. Вот так. Все, молодец. Сейчас идем на море, так? Вперед. Девчонки пришли на волнах попрыгать. Королюся, а ты куда убежала? Привет! А я не выйду, пока мы его не выселим. Давайте мне там словить. Классно? Да. Водичка классная, Королюсь? Нормальная? Нормальная? Ну давай плыви. Скорей, скорей, плыви ко мне, скорей давай. Далеко. Далеко идти? Не надо далеко идти. Ну дай тебе плыви. Далеко. Далеко. Достала. Меня достала. Каролина тебя он зовет, подружка. Машка. Все, любимая, все это, а? Что это такое, а? Что за красота тут у нас ходит? Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я это знаю. 30 гривен. Да, сейчас. Девчонки, кто это? Не греки, да, Королюсь? Негры. Красивые были негры? Не, не красивые, это они так загорели просто. Она говорит, это ведьма. Ведьма. Ага.
Королюся, мороженое падает у тебя. Верблюд снова к нам пришел. Ох, и красавец. Море теплое-теплое, обалденное. Классное. Каролина, еще хочешь на верблюде покататься? Не, уже не хочешь. Накаталась? Видишь, какой красавец, важный. Так, что это за негритусики, а? Хрюшки такие, в песке все. Давай, ноги выше, чем после болезни. Королюся, и ты вся в песке. И ведерко. Где наша мама с папой? Девчушки, вы куда поплыли у меня? В Турцию? Да. Да? Или медузы искать? Там Камила сейчас черную медузу где-то видела. Да. Ну нормально. Так, не мешайте нам плыть, мы едем черные медузы искать. Давай, тащи ее, мама. Лодку. Тащи лодку в море. Парашютик полетел. Парашютик. Снежана, полетим еще? На горки поедем. На горки поедем обязательно. Жалко, что там снять нельзя в море горки. Далеко, далеко. Опа. Так, вы далеко не уплывайте, а то у меня тут это самое сейчас вместе с камерой с волной собьет. Да, девчушки? Я была такая, как маленькая, маленькая Камила, мне мама эту лодочку покупала, да, мама? Не, побольше ты была. Да? Ну, может, чуть-чуть побольше. А, лет на пять. А потом лет 10 мы ее не доставали, да? Из загашника. Конечно, для тебя, мисс, красота. Для меня, мама купила лодочку. Это мы где были? В Коктебеле, да? Да. В Коктебеле брали лодочку эту. Так, выпрыгивать будете из лодки, девчонки? Нет, тут медузы нет, Камилочка. Мы ее напугали, черная медуза синяя, что она жалится. Так где Лена? Где-то кто-то сказал и боится выпрыгивать. Камил, нет тут никакой медузы. Она просто. А? Что, была медуза? Да. Была? Ну тут беленькие я видела медузы, а темных еще не видела.